Более 4000 ям ликвидируют в Люберцах до начала майских праздников. Сейчас дорожные службы приводят в порядок наиболее поврежденные участки. После завершения работ в городском округе приступят к капитальному ремонту дорог. После зимы на дорогах городского округа Люберцы образовалось большое количество ям. В социальных сетях периодически появляются сообщения от жителей с просьбой обратить внимание на состояние дорог. С 15 марта в муниципалитете стартовали работы по ликвидации ям. Местная администрация поставила задачу завершить ремонт до 1 мая. Погода сейчас позволяет, и мы проводим ремонт в соответствии с графиком уже по той технологии, которая предусмотрена для этого. Ремонт осуществляется малыми и большими картами. Задача наша – укладываться в график и выполнять работу своевременно и качественно. Однако ямочный ремонт – это временная мера. Летом в городском округе полностью приведут в порядок около 20 участков улиц протяженностью почти 10 километров. Многие из них ранее капитально не ремонтировались. В первую очередь это 12 дорог в округе будут отремонтированы. Здесь в городе, например, это будет проезд 4296 по дальше улице Транспортной, который мы приняли на баланс города и в этом году можем уже отремонтировать. И в поселениях 11 дорог. Кроме этого, второй очереди мы отремонтируем в городе еще 6 дорог. Капитальные ремонты асфальтового покрытия начнутся уже в начале мая. Завершить все работы планируют до 1 сентября. Полный список можно найти на официальном сайте Люберецкой администрации. Кроме того, власти подчеркивают, что открыты для общения с жителями. Оставить информацию о ямах можно через сервис Инстаграм. Рассматриваются также заявки с сайта «Добродел». Наталья Григорьева, Луиза Егиазарян, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ.